Слушай, Ген, ну если фитиль свечи покрыт фосфором, то от взаимодействия с кислородом воздух он воспламенится. Это понятно всякому, кто хоть немного знаком с химией. Но почему это доказывает, что Бога нет? Потому что это всем известно. Всем. Ну, а такой вопрос. Кто это все так вот разумно устроил? Природа. Вот подвели однажды трех слепцов к слону, спрашивают, что есть слон. Один взялся за ногу, говорит, слон это стол. Другой ощупал брюхо, говорит, слон это бочка. А третий схватился за хвост, говорит, слон это веревка. Здорово. Так и мы с тобой. Ты говоришь природа, а другой скажет Бог. Кто прав?